Мать двухлетнего ребенка, которая сильно пострадала в ДТП, может навсегда остаться инвалидом. Чтобы вернуться к полноценной жизни, женщине нужна дорогостоящая реабилитация. Елена Абросимова расскажет, как поднять женщину на ноги. Таким образом, мы разрабатываем кисти рук. У нас как бы еще плоховато получается, но мы не отчаиваемся и продолжаем заниматься. Каждый день для 24-летней Оксаны Балахниной – это борьба за мечту вновь подняться на ноги и обнять двухлетнего сына и мужа. Инвалидом первой группы женщина стала год назад после страшного ДТП. В аварию попала вся семья. Самые тяжелые травмы получила Оксана. Рассечение головы и перелом шеи. Почти 2 месяца женщина провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи не давали родственникам шансов на то, что она будет жить. Но чудо произошло. Сейчас Оксана нуждается в срочной дорогостоящей реабилитации. 16 701 день. А сколько курс лечения, это уже врачи будут назначать. Не менее 21 дня, это 100%. На этот курс лечения нужно собрать около 500 000 рублей. Такой суммы у родственников пострадавшей нет. Семья надеется на помощь неравнодушных людей. А пока Оксана вынуждена заниматься самостоятельно на тренажере, который собственноручно сделал ее супруг. Как бы ни сложилась жизнь. Как бы ни сложилась. Что бы ни случилось с нами. В минуты радости. И в минуты отчаяния. Я буду с тобой всем сердцем. Все реквизиты для помощи Оксане Балахниной указаны на нашем сайте. Елена Абросимова, 31 канал.